Уважаемые болельщики, сегодня у нас будет викторина. Мы сегодня будем отгадывать женские штучки. Погнали. Кажется, я видел такую. Ну, можно миксер. Ух, точно женская, которая в каждом доме есть. Как называется? Бигуди вот эти, да, там всякие? Да. Такая, я не знаю, как называется. Чисток. Смена. Волосы накручиваешь на вот эту штуку, и будут кудри. Но чтобы бить непослушных мальчиков. Ну, на голове же волосы. А какая необычная. Утюжок. Что-то типа утюжка для волос. Название не знаю. Кудрить волосы. Можно трогать. С одной стороны помада точно вижу, а с другой и с другой стороны помада. То есть две помады. Две девчонки могут сразу краситься. Макияж. Ты английский знаешь? Ну так чуть-чуть. So-so? Ну почитай-ка. Ну, что-то это не знаю. Highlight and contour. Ну это хайлайтер. Хайлайт. Хайлайт. Network. НХЛ-ский хайлайт. Пускай будет помада. Карандаш какой-то. Че это? Цвет неприличный, конечно. Я бы такой не выбрал 100%. Для лица 100%, в глаза, может быть. Либо ты мне сюда это веки, что ли? Ну, да. Да, не, вряд ли. Таким цветом никто не делает. Ну. Нет, это помада. Больше вариантов нет. Хай-стик, это клюшка? Стик вообще клюшка? Либо губы, либо я не знаю. А нет, потому что да. Надо у Кураша спросить. Кураж, по-любому. Кураж, мы этот ответ оставим для Кураша. Кстати, тебе нормально идет. Это на этот серьги, что на уши, да? Или как они, не серьги, это по-другому. Ну, на уши, короче, это делается. Почему они такие маленькие? Ну, на уши, наверное. Или на уши. Как она называется? А брови, если прикалываться? С лицом связано? Точно? Вы что, прикалываетесь, что ли, что? Или в нос? Нет, это в нос, похоже. И это тоже в нос. Вот. Ну, у меня просто нос большой. Нормально? Не, меня не поймут дома. Да, Сережек, это для Сережек. Ты предположил Сережка? Заколка такая маленькая. Либо на ухо тогда уже, либо на нос. На ухо. Ну, на ухо, скажи, Сережка. Типа. Для того, чтобы сунуть их в бухан. Нет. Неадекватно это. Может, это что-то типа заколки на волосы. Наверное, для бровей. Да. Можно открывать? Ресницы для бровей. Ну, давай. Ну, это для ресничек. А, ну вот смотри. Ну, давай. Открываем. Открывай, конечно. О, я уже понял. Что это? Ну, ты даже открыть не можешь, а ты уже говоришь, что это для ресничек. Это для ресниц, походу. Либо блеск для губ. Нет. Либо, для ресниц, наверное. Либо ресниц, для, либо брови. Для ресниц, да. Думаю, либо очиститель, либо чтобы выпрямлять ресницы. Ну, это, наверное, 100% для бровей. Гель какой-то для бровей, написано. Ну, уважаешь ресницы? Да. Ну, это штучка, короче, для ресничек. Да. Вы угадали. Ну, ресницы надо сделать. А, или брови. Брови, вот. Ну, что такое? А, это фиксатор для бровей, наверное. Ну, у нас будет так. Для бровей. Для бровей будет, да. Ответ? Да. Аксессуар для ресниц, для бровей. Вообще думал, для ресниц. Так, это что, крошка, что ли? Крошка. Маникюр? Нет. Нет? Маникюр? Сейчас актуально для бороды, конечно. О, да это я знаю, что такое. Я тоже знаю. Честно, вообще идеи нету. Либо ногти-стригалка, либо я не знаю, что это. Где-то видел, но не знаю где. Отрезать пальцы непослушными детям. Как на что пропахуло? А, это реснички. Это эти вот. Ну, а как называется? Удивительно, естественно. Это что-то на К, что-то кесер или ксесер. Что это, для ногтей? Мне кажется, это для ресниц. Это для того, чтобы убирать верхние волосы. Нет. Да я думаю, для ресниц. А что это еще?
Обязательно для ногтей, наверное. Выпрямитель ресниц. Вот туда засовываешь ресницы. Или загибатель. Да, короче, это, ну, у тебя точно для ресниц, которые там, ну, чтобы они не попадали в глаза, может, не знаю, что-то, такой вариант какой-то. Мне кажется, для ресниц, для глаз. Соглашусь. Это эти, как они называются-то, скажи-ка мне. Камни. Есть еще такие штуки, знаешь, это вот эти вот, хоп, и они там лежат, да. Ну, может, они так отложатся. Это ставить под глаза после купания. А, это вот эти вот моменты все разглаживать. Это я видел. Уход за лицом. Кинжалики какие-то, что ли? А куда, в какую область-то примерно? Слушай, а может, это не до лица вообще? Охлаждаешь, вот так вот, наверное, наносит. Ну, ты же знаешь. Ну. Половина твоей косметички уже достанет. Это для лица, что ли, используется, когда косметику какую-то делаете? Ну нет, это вот эти вот, вот так вот делать. Да, да. Массаж. Может, что-то сглаживать, может, сидеть эти? Давай следующее. Массажеры. О! Не? Молодец. Не знаю, пусть будет массажеры. Массажер? Массажер. Лица, щек, губ, глаз, носа. Ну как, уход для лица, разглаживание. Типа вот так вот как-то. О, так это-то легко, что это? Мочалка. Посуду можно и там. Ну, пяточки потереть. На руку одевать или что это? Ну, либо мочалка для лица, я не знаю. Да, ну, да. Или скрабиться. Скрабиться. Для пяток. Это Игнатушка у нас такой моется. Нам какие-то сложные вопросы дали. Ну, что такое-то вообще? Ну, мочалка это что, в баню ходить? Для ног-то мне? Ну, что-то мыться, наверное, как? Что можно за вот яйцо на сковородку кинуть, туда яйцо, и будет красиво лишь. Ванная губка, или как ее назвать? Такое, наверное. Губы для тела. Ну, точно не для лица. Да? Ну, можешь мочалка. Для душа. Но это вот сюда. Ну, как все сложно, да? Но, пятки эти стереть. Ну, не похоже, что это. Ну, да, что-то другое. Ну, резинка для волос, значит. Наш ответ – резинка для волос. Многофункциональная вообще вещь. Mm-hmm. Все, давай тогда это будет фиксатор для волос. Это на волосы вот так вот. Так, мне кажется, это резинка для волос. А, это для волос, да, чтобы собирать. Я помню какое-то название такое смешное. Джунгарик. Это тоже что-то с ним делаете вы? Для купания пускаешь, и она плавает, и дети радостные. Спонтик. Щетка какая-то. Так это что-то тоже для лица. Вот, по-моему, вот это так вот что-то делали. Макаешь и вот так вот. Правильно? Не знаю, как она называется. Короче, жик. У моей мамы что-то похожее было, без яичка. А, ну это, наверное, как раз-таки вот когда тоналку на лицо наносишь. Ну, аккуратненько. Вот это вот все. Припудрить. Вот эти моменты, все, да? Ну. А, это для пудры. Пудра. Губка-пудра. А, ну это спонжик. Для мершарик. Пудра. Для пудры, или как для она пудры называется? Ну вот, сюда припудрить носик, там, вот этот. Зима, ну, ты же знаешь. Я пытаюсь вспомнить название полное, но дело в том, что как будто не знаю. Там что-то включается. Но. Часы! Нет, не часы. Шлем. Может, каска? Это для ногтей, наверное, да? Мне не очень удобно. Какой мотоциклист? Белый. Вот так вот кладешь? Просто так руку засовываешь и все, да? А там такой... Короче, так вот мажешь, потом туда так засовываешь, фонарик включается. И сохнут, пока тебе вторую мажут, потом меняешь. А, ну это для это ногтей, для ногтей, да. Маникюр там, да, чем? Я маникюр делал, просто знаю. А, ну я-то не делал. Это эти, сушка для пальцев. Чтобы сувать, и лак будет сушить. Это лампа для того, чтобы ногти сохли. Я просто ни разу не ходил на маникюр. Ну я это знаю. Один раз был перед свадьбой. Ручку вот так ставить и сушить. Хорошо, что мы с тобой пошли, а то бы я тут надолго бы застрял, походу. Дорогие дамы, женщины, любимые девушки, жены. Желаю полного счастья. Хочу пожелать вам, чтобы вы всегда оставались такими же красивыми, добрыми. Чтобы было больше цветов. Желаем всем крепкого здоровья. Всегда посуда была белой. Дома не было пыльно. Чаще улыбайтесь. Ваша улыбка дарит нам всем такое прекрасное настроение.
поддерживайте нас. Процветания, благополучия и любви. Мужской коллектив вам поможет во всем этом. А также вы не забывайте про нас, потому что мы для вас все, а вы для нас не меньше. Желаем вам здоровья, счастья и приходите на матч КУМО. Всех с праздником! Все, короче, прекрасно, все самое. С праздником вас. С праздником 8 марта. 8 марта.